Типа звукоизоляция из яичных коробок. Колонны монументальные, такие реальные. Ну точно, это советская дискотека, танцпол. Самое эффектное было бы сверху, ну, в смысле, снаружи, на фоне вот этого. Сколько коробок притащили, главное? Где здесь, интересно? А, вот здесь, наверное. Здесь, скорее всего. О, ну нифига себе. Заход. И там есть такая же внутри. Вон лесенка такая же внутри. Подходи сюда. Фоска, ты, знаете, я тоже сначала не понял, это звукоизоляция. Это что, что ли, было? Почему звукоизоляция? Просто пытались что-то сделать. Причем вообще свежие коробки. Сука, это видео. Чего, подвал хочешь? Нет, там наверх должна быть ход. Здесь подвала нету. Как нету, он ямки. Ну тут технический пол. Вот там. Там или там с той стороны? Там с той стороны может быть заход. Потому что видно, что второй этаж. Здесь тоже воздуховод. Ну там же нарисован. Нет, зачем это? Вот нарисован. Вы это видео снимаете, вверх видео. Так, а здесь просто комната, да? А, вот здесь как раз туалет. Нет, звукоизоляция. Для утеплителя. Я нашел лестницу на крышу. Я тут не был ни разу. Блин, круто. Вот это помещение? Да. Это просто как дискотечное. Я говорю, ночной клуб отличный бы получился здесь. Слишком маленькое помещение для ночного клуба. И почему? Там нормально. Здесь как бы верхний подиум, там зал, зал очень маленький, там Вань, бар. И все. Вань, а? Ну, во-первых, зона чиллаут, как минимум, для ночного клуба должна быть. Во-вторых, подсобное помещение для хранения всяческих продуктов, буфла и так далее. Но здесь чисто сам бар. То есть здесь бар длинный такой. Нет, я имею в виду, сзади сюда выход сделал, блин, подсобное, блин, кухня, всякую херню, а здесь длинный ход. Я думаю, что если делать современный клуб, то это слишком маленькое помещение. Вот. То есть вот должно быть еще такое же сзади, там чиллаут. А здесь, да, вот так вот бар по всей длине. А там чисто танцпол.
Потому что, опять же, современные дискотеки подразумевают не один танцпол, а разные. Так, минуточку внимания. Ну что, на крышу кто-нибудь гораст? Там будет проблематично. Вот с той стороны, вот где надписи, там можно забраться, но там, я боюсь, я не смогу. Там металлическая лестница. Вот, возможно, вот здесь какой-то вход туда. На крышу, да, вон там. Там обычная лестница железная тоже. И там железная. Вот где надписи, с той стороны. Там тоже есть выход на крышу. Но там что-то убогий он. Там не на крышу, да? А. Вот, ну как-то, может быть, была другая. Еще не успели сделать нормально. Чисто техническая была. Что, ты полез? Вот здесь по... Там есть выше? Здесь лучше лестницы, по крайней мере. А? Помещение, а вот на крыше там. Здесь вот это помещение маленькое техническое и выход на козырек. Там видишь, как бы что-то сверху типа было. Да, вот давай попробуй. Может и получится. Здесь испачкаться можно. Вот это херь, да. Нормально, вот срезать будет неудобно, да? Что, нормально? Ну так можно, да. Опять такое же помещение, как там, да? Да. Давай, Ванька, лезь! Проблема с рукой. Локтевый отросток, который держит. Ну понятно, я сделал чего-то.
откинуть нельзя до конца. Там мешает всякий мусор, сейчас масса посыпется. О, пластиковые трубы даже. Новые? Нет, советские. Это, скорее всего, это пятый канал. Что, вылезай? Да, я думаю, здесь нет. Слушай, тогда черти голову, я подлежу дальше. Сделано удобно. Ну тут видишь, рубероид тоже современный. Со стекла изоляции. Ага. Ну, поэтому все и сохранилось здание, да, не как в тех, все что. Ну там вообще крыши нет. Но не покрыли, а здесь нам покрыли. Ну, может быть, как раз и хотели устроить типа дискотеки здесь, знаешь? Чтобы собирать деньги уже на то. Че, откуда вам показаться? Между башенок, вот тех вот. Товарищи, я поведу вас к свету. Вон, Макс, иди сюда лучше, с этой стороны. Но крылья плохо, все вздулось. Макс! Ты вот отсюда бы встал бы. Вот отсюда бы зашел. Все-таки башенка это вентиляция, только что какая-то маленькая у нас. Ну, принудительная вентиляция. О, естественно, вентиляция для дискотеки. Думаешь? Да, вот ты видел сколько колонн? Знаешь, вход большой, а выход дырка-то маленькая. Больно уж маленькая дырка. Если только наверху что есть, или было, а закрыли. Закрыли. Нет, там, там куча смотри. Людей живет, кстати. А? Куча людей там живет. Макс очень долго прицеливается. Все? Кровлю, да, пытались сделать фальцевую, потому что лепили. Типа, модно. И просто его нахлёст. Фальцем закрывали. Да, ебли было. Ну чё, спускаемся? Теперь с тобой интересно? Он здесь сено косит. В смысле ограды нет? Везде, но здесь по периметру. Вон она там дальше. Нет, я имею в виду по краю крыши. А, по краю крыши? Может быть, хотели доделать техническое, типа, пристройку? В дальнейшем. Ну, прям вздувается вся крыша пузырями. Развалины.
нормально. Залезать даже сложнее. А вот там, да. Нет, там жарко на крыше. Там одна ступенька уже такая расшатанная. Подвал, тут просто техническое какое-то подполье. Ты вот туда вот лучше загляни и сфоткай. Есть ли там что-нибудь?